Ребята, всем привет! И вот начинается новый день в Санкт-Петербурге. Сергей, как вы уже знаете, выиграл тот челлендж, где было... Сколько там? 4300, да, ты съел? Охренеть вообще, конечно. Этот ролик, конечно, начинается, ребята, с еды, но он не про еду будет. Мы сейчас покушаем, и Серега поедет тратить деньги, да, я как понимаю. На что, Серега, будешь тратить? Вещи. Че, какие вещи-то надо? Костюм спортивный, кроссовки возьму, чё. И там по ходу, да, посмотришь, чё кого? Суши Вайт, вон нам привезли, ребят, доставочку сделали. Рольцев. Серег, роллы. Вон лапша со свининой. Не, вон там. Да-да-да. Рольцы вот такие. Ну, я не знаю, роллы ты, Серег, хочешь, не хочешь? Ну, поеду. Я бы, если столько съел, я бы на роллы смотреть больше не смог. Но это не в твоем случае. Ну, что, сутки прошли уже, что? Нормально себя чувствую, ребят. Нормально. Оу. Слушай, роллы. Нормально вообще. Ну, сутки не Ракушки. Мидии. Нормально вообще. Такую не пробовал я. Попробовал. Рис с рыбой. Ну да, завернутый в лист нори. Угу. Вкусно. Серега все не насытится. Я вообще, ребят, в шоке, блин, набил. Вчера не было такого. А здесь что такое? Острое. Вот так Серега в васаби, короче, макает. Остро же. Прожигает все. Ну, конечно, продирает. Это чтобы глисты не завелись. Нифига себе. Имбирек еще закусывает, да? А то глисты заведутся. Не самому мало, нахуй. Серега чайок вот такой вот заваривает. 4 пакетика у него там. Сахар, главное, не ем. Сахар перебивает. Ты любишь покрепче, да? Вкус чая, да. Что говоришь? Кроссовки, говорю, купить надо демисезонные, чтобы весной ходить. Летом можно. Уже весна скоро. А что, какие кроссовки, какого типа хочешь? Демисезонные, чтобы гулять. Весной ходить, летом. Ребят, ну в общем выехали мы. В какой-нибудь торговый центр сейчас заедем. Серега там купит то, что ему нужно. Серег, что тебе там надо-то? Костюм спортивный, да, кроссовки. Ну, короче, сейчас будешь тратить бабки. Готов закупиться немножко? Да. Зашли, ребят, немножко кофе, чтобы Серега выпил. Кофе добавили, кофе. Так это экспресс, это крепкий. Два кофе. Вот пришли к Адидас, пойду адидасский костюм смотреть. Ну пошли костюм смотреть. Сейчас посмотрим, что он выберет. Какой у Сереги вкус. Это костюм не тот, не пойдет. А что вот красненький, Серег, посмотри. Ну, так, с белым это уже тебе нет, точно. Свет мне не нравится. Противопоказан белый. Свет такой не нравится мне. Это тоже уже старинный костюм. Отжили уже век. Пойдем дальше. А вот этот, смотри, вот этот костюм мне нравится. Это уже в 90-х годах такие костюмы. Я такой таскал. Ну, давай. Это белый, синий. Вот такой нормальный. Черный. Нормальный? Ну да, кстати, нормально. Ну, о, смотри, надпись какая сзади. Вообще огненно. Такой... И вот этот балахон вообще нормальный. Да, и капюшон здесь. Так что смело тебе, Серег, рекомендую. Весной даже бегать. Только смотри, XS это не твой размер. Маленький. Возьми, ну, короче, вот S-ку, и M-ку, две, померим. Штаны, Серег. Вот они, штаны.
тоже. Ну, это как раз, да, походу, от него. Ну, да, из одной серии, да, да. Посмотри, да. М-ка какая. Надо размер посмотреть. Ну, вот это пойду примерю. Ну, как раз? Ну, ничего, нормально смотрится, вообще порядочно. Все подошло, да? А кроссовки ты говоришь, какие хотел? Найк. Найк, да? Ну погнали. Нормально, Серег, выбор. Мне нравится, устраивает. Мне ходить. Образ мой. Вам спасибо. Нормально. О, ребят. Куда дальше идем? Найк, пойдем, кроссовки. Какой размер? Вот эти? 41, наверное. Ну, слушай, бодрый такой выбор. Вон, где нормально. Нормально. Притык. Нормально. Такие. Такие, да? Да. Бумажка есть? Бля, признаться честно, вот эту можете здесь. Да, вот. Бумажка. Чтобы они не лопнули. У него лайфхак свой просто. Так, а может, еще меньше получится? Да не, вот не, эта не. Нога-то у меня. У него та нормальная. Да не, я понял. Вот это вон короткая у меня, да. Пальцы. Он просто бумажку подкладывает и нормально. Ну, такое да. Бывает. Ну такие вот, ну, ходу. Ножки. Такие, одни, дайте. А, так они по комплекту только. А. Сколько? Комплект возьмешь носков себе. 1290. Как раз. Плотнее 990 потоньше. Смотри, Серега, с Джорданом нормальные носки вообще. Как раз таки к черному форсу. Да, вообще огненные. Ну если носки у Джордана взял, носки, то под носки, есть, соответственно, и кепку-то надо, ребят. Здесь побольше, ну вот это нормально. Вот это нормально. Во. Нормально смотрится же? Вообще замечательно. Че, вот эта куртка понравилась? Ну давай, мери. Ну так-то неплохая. Все вроде сочетается черно с белым. По-моему, прям как надо выглядит, да? Серег, эска или эмка? Вот эту? Ну, свободней, короче, ему нравится. Да, да, да. Чисто урбанистический стиль. Ну что, Серег, иди тогда, пробивай это все дело. Сумма получается 19 260 рублей. Списываем 1125 с учетом скидки 18 135. Да, это еще плюс скидка. Это с учетом скидки, да, уже? Да, да, да. Ну все, огонь. 65 рублей. Что, Серег, 365 рублей осталось? Всю тридцатку потратил. Кого? Всю тридцатку потратил. Ну, куртка огонь, блядь. Куртка огонь, блядь. Здесь будет наша пара форс и фигурка. Носите товарищ, там город помашет. Спасибо. Все, переодевайся. Жду тебя в новом обличии. 1000 рублей носки только стоят. 1200 рублей, Серег, 5 пар. Ну, что, ты, себе, за... ты себе можешь позволить. Я за 100 рублей покупал 5 пар, блядь. Не, прикид, вообще огонь. Так. Ну да. Шик. Блеск. Весь на стиле. Вот, Серега, тридцаточка вся ушла, да? Вообще ничего не взял. Вот так, ребята, такие цены у нас, блядь.
Если хочешь, блядь, прилично выглядеть, вот 30 рублей костюм, курточка и кроссовки, и кепка, и носки, и все, больше ничего. 30-ка пух, и нет. Ну да. Не, ну, мне кажется, оно того стоит. Да, это не смешные цены, ребята, блядь, на 30-ку можно будет брать. Потому что выглядит потрясно. Закупился, закупился. Ну все, теперь весь из себя, Сергей. А что я из себя, блядь? 30 тысяч потратил, ребят. Ну ты вообще, Сергей, рад, что приехал в город Ленинград? Так-то рад, что, блядь. Просто, блядь, цены вообще бешеные, ребята. В таком торгового центра, я не знаю. Так они везде такие. Здесь чисто Найк, нахуй. Фирменно все. Как оно называется, блядь. Ну у тебя вперемешку один. Трендовые вещи, нахуй, короче. Здесь не смешные цены, не питание. Фирмы, ребят. Ну это спортивные бренды. Я никогда в таких, если честно, не одевался. Я всегда честно говорю. Брендовая фирма. Одевался чисто смешные цены. Серега решил какой-то энергетик взять. Да хрень это все. Химозы лютые. Никому, ребят, не рекомендую. Сейчас все продукты химия. Не, не все. Че, блядь? Выращивают все на химии. Даже окорочка все химия. Надо было кофе-колу чего пить. Кофе тоже химия. Ребят, и, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы считаете, Сергей рационально потратил деньги или нет. Это обмываю энергетику. Я не про это вообще. То есть 30 тысяч рационально потратил или нет? Ну, ну а что, не пропил, ребят? Главное, да. Вот это я считаю главное. Лучше уж на шмотки, чем на алкоголь. Ну, в смешных ценах я был в ауге. Но в них не было бы такой души. Лучше, Сергей, мало, но качественно. Нормально. Ну, русский стал, ребят. Новый русский. Спасибо, конечно, что. Ну, что выиграл, вот, приезжал на челлендж, то и потратил. Ну, все правильно, чем. Спасибо, что предоставил такую возможность, я выиграл. Ресторан тоже пригласили, что нормально. Спасибо ресторану, что все равно написали, может еще какой-нибудь ресторан пригласить. Приеду с удовольствием. Если вы владелец ресторана, можете написать к нам в личку ВКонтакте, спишемся, договоримся, обязательно приедем. Исполнить челлендж и обратно ехать. Ну все, Серег, погнали. Короче, приехали домой, сейчас в сауне попарюсь, и все наше, и в Москву двигаюсь. Пойду, ребята, парить. Перед отъездом, да? Да, люблю, ребята, попарить. Я-то внизу сижу, чтобы ковер тут не потел. Да. Кости свои прогрели. Старые. Раскачал живот ты только пока что. Сука, живота нет. Через полгода вообще будут эти. Кубики Ван Дамма? Мышц массу наращу. Надо спортивное питание еще. И вообще будет ништяк. Маленько раскачаться. Ну, до лета. Ну, форма была, чтобы. Угу. Там может и
вторую половину встречу. Женщина, может, найдется, да? Ну, кстати, если кому-то Сергей интересен и женского пола, можете написать, он рассмотрит вашу кандидатуру. Форму брать, что ли? Все при ней было. И так, что кузовом отвисало. Вот чисто, да. Нормально. Ладно, давай, парься, короче. Ну, давайте. О, вообще, замер. Ух. Вообще ништяк, ребята. Спасибо вам, спасибо, Саня, за отдых такой вообще незабываемый в Питере. Никогда не думал, что так буду отдыхать. Ну, совмещать работу с отдыхом вообще. Красота, да? Да, это разве не сон, ребята? Профессия у меня, бля. Профессиональный поедатель. Так что. Едок. Скоро, ребята, не переживайте. Спасибо, что переживаете. Скоро обследование пройдет. Ну, я сам по себе чувствую, что у меня здоровье нормально. Ну, надо проверить, это не помешает. Ты анализы когда последний раз сдавал? Да, я уже давно. Ну, когда вот ноги отрезали, брали анализы. Тебе бы зубы сделать. Да. Это, да, да. Ребят, лайк, кто считает так же, что Сереге нужно зубы сделать зубы. У меня свои вон такие, да. А еще любого перегрызу. А корени. А, все равно зубы еще сохранились. Одного нету. Так все свои. Ну все, давай, мойся. Помойся, мы поедем, помойся. Да, да. Что, готов к поездочке? Да, да, ну все. Все, ребята, домой поехали. В Москву, в Москву. Наше видео подошло к концу, уже выехали из города, направляемся в Москву. Так что ставьте лайки на канал, подписывайтесь, и всем добра, всем пока!